Одинцовский – вечный огонь. До праздника Победы еще осталось время, но к месту памяти уже потянулись и старый млад. Что это значит «пропали без вести»? Кто помнит, мы с вами говорили? Это те, кто погиб и остался на поле боя. Так совпало, что дошколята оказались у мемориала вместе с росгвардейцами, сотрудниками прокуратуры и ветеранами. Связь поколений. И еще одно символичное совпадение. В этот же момент в соседней церкви начался трезвон. Каждое десятилетие истории нашей страны по-своему наполняет смыслом День Победы. Но главное остается неизменным, объясняет ветеран ракетных войск Владимир Николаевич. Мы должны всегда помнить о том, что наша Родина должна быть защищена от вражеского нападения. Возложение цветов к мемориалу – своеобразная смысловая пауза для росгвардейцев. Возможность на минуту выйти из круга повседневной службы и напомнить себе, зачем это все. Отдаем дань и память нашим ветеранам, которые стойко стояли за нашу страну. Сотрудники отделов неведомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в этот день также присоединились и к всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». Символ мужества, героизма и победы получили несколько десятков жителей города. Благодарю вас. Спасибо. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».